Теперь ты Лолитку тиранишь? Вот такие игры. Вылезла. Дай-ка осторожно. Там твердое. Что тяжело? Лолита, иди, я тебе хвостик переплету. Иди. Иди хвостик тебе заплету. Чтобы вы понимали немножко, что у нас тут происходит. Такие игры у наших детей были. А еще спой. Крокодил, крокодил. Буду крокодинить. Ты крокодил? Медведю, медведю. Смотрите на эту волосатую красотку. Ты красотка волосатая? Красотка? Что у тебя, ложка? Да. Смотрите, какие волосища у него. Какой миньон волосатый. Дэвидка, осторожно. Дэвид. С моей подушкой для беременных. Вот бешеные два. Короче, у них вот так каждый день бывает по часу, когда просто бесятся дома помрачения. Лола, кусай Дэвида, если он тебя обижает. Это маленькая сладость. Все, дети ушли. Маленькая сладость теперь тут спит. Смотрите, какая она хорошая. Ну, такие вот эти носики маленькие. Я бы ее тискала и тискала бы. Как можно не рожать детей, когда они вот такие? Шляпки, малыши. Маленькие. Лучик, лосочная такая. Какие волосы, девчонки. Лолка, какие у тебя красивенные волосища. Просто прелесть. И волосатый миньон. Это пылесос? Я забираю их. Оп, съела пальчик. Классно. Эй. Нет, Лола. Не надо. Все? Лолитка.